это происходит не где-то и когда-то, это происходит сейчас на планете Земля. Этот ливень с крупным градом прошел в Восточной Испании вчера, 29 октября 2024 года. Погибли люди, погибло имущество. Посмотрите, готовы ли вы пережить что-то подобное, если придется? А ведь придется. Оторвитесь от телефона и посмотрите вокруг себя, где и как стоит ваш дом, дача, автомобиль или яхта. Может быть, пора принимать какие-то неотложные решения? Вода с поверхности Земли уже поднялась в атмосферу планеты, а в атмосфере она живет другой жизнью. Проверьте уровень своей готовности к этому.